Всем привет! Сегодня мы приехали в детский магазин под названием Рофу. Мы так думаем, что он открытый, давно здесь не были. Сейчас зайдем, если он будет открыт, и покажем вам небольшой обзор, какие игрушки, цены здесь продаются. Так, вот здесь вы смотрите, мой любимый такой прилавок. Здесь есть товар со скидкой. Допустим, вот такая вот игрушка стоила 49 евро, ну 50, сейчас она 30 стоит. Также вот возьму дочь такой пазлик, она у нас очень любит собирать, стоила 5 евро, сейчас 3 евро. Здесь очень большой выбор тоже бывает, товары на скидке. Вот смотрите, вот такие вот куколки. 25 стоили сейчас 15 евро. Также здесь есть вот такие вот наклейки всякие на окна, тоже вот по 50 центов. Такой вот уголок полностью со скидками. Вот такие вот большие пазлики тоже вот стоили 25, сейчас 19, ну, 20 евро. Такие творческие игрушки. Здесь уже пошел отдел с книжками, с раскрасками. Здесь тоже они все на скидке. Такие вот книжки 3,99. Раскраски вот всякие. Обучающие по евро есть всякие книжечки. Такие вот мягкие игрушки продаются. Цена 40 евро. Вот такой вот большой книжный отдел здесь. Так, это любимый отдел моей доченьки. Здесь продаются ее любимые куколки. Такая вот Эльза стоит 30 евро. Потом вот такие вот куколки 29,99. Такие куколки 25 евро. Вот такие вот пупсы, они сейчас очень популярны, стоят 35 евро. Тоже в разных цветах. Вот такие вот пупсики тоже 30 евро стоят. Большие прикольные такие игрушки. Выбор здесь, конечно, очень-очень большой. Такие вот принцессы 40 евро стоят. Такие вот лошадка сейчас на скидке 10 евро стоит. Такие вот большие наборы 60 евро. Здесь просто нереально огромный выбор всяких разных игрушек. Даже вот такие вот автокресла есть для бэйбичек, маленьких куколок. 20 евро стоит. Такая больничка 35 евро стоит. Здесь всякие принадлежности, сосочки, все для игрушек. Тоже со скидкой, видите, 10 стоило сейчас 5. Здесь такие даже большие коляски продаются для кукол. Что только они придумывают, блин, в наше детство такого не было, мне кажется. Здесь, смотрите, вон и манежка, и кроватка 39 евро стоит. Такой большой выбор. Вот, к примеру, вот такая коляска стоит 60 евро. Это для куколки. Обалдеть просто, она как настоящая. Вот такие вот прогулочные для двух куколок. А, стоило 60 евро, сейчас 50. Такие вот всякие, Baby Bone. Такая вот колясочка. Такие вот маленькие за 10 евро. Вот тоже такая милая коляска. Стоит она 50 евро. Вот такой вот отдел. Так, смотрите, здесь вот такой вот отдел с одеждой для куколок. Цены, конечно, 18 евро за вот такой вот костюмчик с башмачками. Здесь вот тоже 18 евро стоит такой костюмчик. 13 евро. Такие вот бодики на куколок 9,99. Такой вот отдел с одеждой. Здесь вот отдел с детской косметикой. 25 евро стоит такой набор. Тут для маникюра все тоже 25 евро. Здесь вот такой вот бокс. Стоил 30 евро, сейчас 20. Такие наборчики 30 евро. Здесь вот всякие такие косметические тоже. Лаки, помадки 7 евро. Такой вот набор лаков стоит 4 евро. Всякие вон браслетики можно делать 5 евро. Такие браслетики 13 евро. Короче, глаза разбегаются. Очень-очень большой выбор, реально. Здесь абсолютно все. Все герои, все мультяшки, все-все-все тут продается. Вот, помните такого котика? Я еще с детства помню. 20 евро стоит. Такие 30 евро чемоданчики. Здесь вот всякие наборы для принцесс.
такие короны стоят 2 евро. Всякие бусики вот тоже по 2 евро. Так, здесь, смотрите, детский пылесос стоит 20 евро. Стиральные машинки вот такие вот стоят 38 евро. Швейные машинки тоже вот 30 евро. Такие вот огромные какие-то автобусы. Здесь даже детская сушилка. Цены я не вижу на нее. Такой вот прибор для уборки дома, швабры всякие. Такие вот детские совочки 3 евро стоят. Такие вот развивающиеся доски 30 евро. Такие досочки по 6 евро. Так, здесь всеми любимые куклы Лол. Цена 40 евро. Такие красивые куколки. Моя дочь тоже фанатка. У нас вся одежда, игрушки. Все-все-все, кукла Лол. Так, здесь уже коляски пошли для взрослых деток. Вот такая прогулочная стоит 70 евро. Вот такая вот стоила 104, сейчас 80 евро. Вот такая вот красная стоит 70 евро. Вот такие вот колясочки тоже большие для грудничков, вот 250 евро. Вот 250 евро, она такая двойная. Такой вот даже рюкзак есть, чтобы ребенка носить, 80 евро стоит. Так, здесь вот горшки стоили 7,69, сейчас 4,99. Вот такой вот стоил 10 евро, сейчас 8. И вот тоже по 7 евро горшочки. Вот такие стульчики, или как они называются. Тоже вот 8 евро. Даже такой вот детский туалет есть. Стоит 30 евро. Еще такие вот тоже за 13 евро. Такой вот детский туалетик. Вот ванночки 18 евро стоят. Здесь такое всякие вот колыбельные для деток 40 евро. Здесь вот всякие альбомы 10 евро. Лампы 30 евро. Вот велосипеды, 150 евро стоит вот такой вот велосипед. Велосипедов тоже здесь достаточно на выбор. Вот такой вот стоит 160 евро. Если для деток постарше. Такие вот велики. Вот такой вот детский стоит 180 евро. Здесь уже пошли такие всякие машинки. Машинка. Цены что-то не указано, не вижу. Вот такой вот велосипед стоит 280 евро. Здесь это дело с автокреслами. Стоили вот 160 евро, сейчас 150. Так, вот вам покажу, чтобы цены было видно и сами сиденья. Вот такие вот тоже автокресла здесь популярны. 20 евро стоит. Такое вот навороченное автокресло стоит, стоило 250, сейчас 230 евро. Такое вот 149 евро. Так, здесь вот всякие манежки. Такая вот манежка стоит 90 евро, такая 40 евро. Смотрите, вот такие милые диванчики здесь продаются, цена их 35 евро. Такие вот машинки тоже классные. Дочь наша таких любит, у нее вот такой вот. С него прям вообще не слазит, классные. Такие вот такие стульчики тоже здесь. 20 евро такой стульчик стоит. Такие вот машинки тоже вот 40 евро стоят. Вот так, вот такой вот был небольшой обзор магазинчика под названием Рофу. Думаю, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, за ваши лайки, за ваши комментарии. Всем желаю здоровья, чтобы все у вас в жизни было хорошо. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!